have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Так, ребят, вы не поверите, но мы сегодня, хоть мы и в Роблоксе, но мы в танках. Вот, сразу хочу сказать, что я никогда не играл ни в картошку, и всякое такое, даже War Thunder я играл, но я там играл исключительно за самолеты. Вот, ну, похоже, это кто? О, он по мне стреляет, понятно. Блин, он мне уже пол хп снял. А, все, понятно. Вот, я без понятия, как играть. Я вообще-то не танкист по жизни, никогда этим не занимался. Танками я управлять отвратительнейше не умею. Так что будем дохнуть дофига, но по крайней... А, ну класс. Хорошо, хорошо началась каточка. Это было до первого захвата. Круто, да? Мы зашли под конец раунда. Ладно, пофиг. Давайте Почему тогда... Почему тут ранги, как в CSGO, игра как в танках, нет и самолетов? Ну, смотри, изначально же картошка, она была тоже только про танки. Потом там добавили самолеты, и потом там добавили корабли, когда лет 5 назад. А вот, а War Thunder, она была наоборот, только про самолеты, потом туда добавили танки, и потом туда добавили корабли. Ну, в любом случае, обе эти игрушки, они pay to win, то есть они условно бесплатные, что называется. Это карту голосовать, я хочу сюда. Так что, ребятушки, если кто-то из вас сидит в танках или сидит в War Thunder, ну, я не знаю, там, ну, на мой взгляд, можно... Там я просто есть и лютый дисбаланс, который я заметил, например. И есть еще такая штука, как pay to win, то есть... Купи и выиграй, все. Премиумная техника. А вот как узнать сейчас... А, мы сейчас в разных, я тебя понял. Вот, премиумная техника, она, конечно, там имеет некоторые преимущества, и, собственно, те, кто в курсе, что такое пятый уровень прокачки, так вот, ребят, на пятом уровне прокачки без реальных денег... О, привет! Привет! Ау! Делать нечего. Ау! Вас было двое. Блин, у чувака какой-то танк, у меня, я не знаю, я себя чувствую просто консервной банкой. Я понимаю, что я только зашел в игру, это, типа, вообще первый раз, что я здесь. Но... Он вообще на Шермане, что ли? Я на самом деле не так много танков знаю. Да, вот просто у Шермана очень запоминающаяся форма. Я вот знаю там этот Шерман, знаю некоторые современные танки. А какого фига меня пулемет пробивает, не скажете? Почему пулеметом можно убить танк? Что здесь происходит? Не знаю, это какой-то особый пулемет. Он наделен магической силой. Так, а, минуточку, я на базе могу чиниться. Вот, да. Не знаю, у меня как-то жизни... Походу, наверное, тут есть немножко логики. Не, жизни дальше не... Воу-воу-воу! Это же килл-лидер, да, у нас получается? А-а-а! Он тут всех разносит направо-налево. Это моё, моё! Есть! Я его убил! Ну, сколько у меня хп осталось? Ай, вот, теперь меня убили. Ну, короче, а, это еще и захват флага, что ли? Так, надо сейчас... Я, на самом деле, вообще люто не понимаю, что происходит. Вот. Мы сюда зашли чисто из разнообразия, попробовать вообще что, как и все, потому что, ну, в Роблоксе такие вещи ощущаются проще, чем... Ой, блин. Почему у него такая скорострельность бешеная? Я То не есть, знаю.
за один мой выстрел он успевает сделать два выстрела. Ну, я опять же понимаю, что это какой-то более прокачанный... Блин, у нас это АФКшник на базе, круто. Что? Что с моей мышью? Ау. Погодите. Ау. На тебе по заднице. Блин. Ну, танки, они медленные и неуклюжие. Я на самом деле за это их и не люблю, потому что... Они, ну, собственно, за самолеты я люблю играть, потому что это скоростная игра. Танки медленные, неуклюжие. И... На, сдохни. Я тебе в борт попал, какого фига у тебя столько жизней? Я на самом деле не знаю, но мне кажется, что лобовая же броня, она должна быть там... Не знаю, самое сильное, если ты заходишь с борта или с кормы, то... До свидания. Так, а, блин, чувак подобрал. Это был мой ремонтный набор. А, не, нормально. Нормально. Так, захват флага. Надо будет посмотреть, может быть, на что... Этот, тарантасик... О, тут тоже АФК-штук, что ли? Да, смотрите, лобовая броня, она вообще страшная. Воу. Взял. Короче, да, на... Ну, мы тоже взяли. Теперь мое время, это просто бежать, потому что я взял машину. Сейчас мы где-нибудь встретимся на узкой дорожке, погоди. Я тебя вижу. Куда ты поехала? Нет, ну ты стой! Меня не видишь. Я тебя вижу. Нет, ты меня не видишь. Вижу, вот ты меня где. Нету, я невидимый. Ага, ты невидимый, флаг наш видимый. Он тебя выдает. Я свой, видите, я даже держу с собой флаг. Смешно, смешно. Где моя база? Где моя дурацкая база? Я не держу. У тебя базу. Нету базы, ты бездомный, ты бомжара, Карл. Ай! Я застрял! Я застрял! Я застрял! Это нечестно, я застрял. Так, флаг вернут. Вернут. Как мне понять, где моя база? Я ничего не понял. Ты был на своей базе. Да? Вот мы второй раз. Вот, мы я прямо у тебя на базе только что забрал второй раз этот флаг. Ты был у себя на базе. Ты просто застрял. Стоп, стоп. У меня тут целый легкий выход. Нету. Так, 2-2, хорошо. Мне нужно взять мы вашу... стали, флаг. Мы стали хоть немножечко отыгрываться. Мне нужно взять ваш флаг. До свидания, молодой человек. Ай! Не буду читать имя этого чувака, но звучит очень обидно, наверное, для некоторых людей. Не трогайте меня. Я добрый. Трогайте его. Ну не трогайте меня. Блин, вот этот скрип в ушах от гусениц меня уже начинает раздражать. Ребята, те, кто играют в танки, как вы сидите и играете часами в танки, объясните мне, пожалуйста. Ай, блин, не трогай меня. Ай, блин, понял же. Да, не трогай меня. А-за-за-за-за-за-за. Да ёпарец это! У тебя что, третий уровень? Когда ты успел налупить третий уровень? Не знаю, сегодня. Ауч! Мне прямо в голову выстрелили. Так. Упс. Не знаю, почему у меня немножечко иногда вылетает мышка на второй экран, и я теряю управление. Да сколько у тебя жизней? Блин, сколько жизней в танке? Почему у меня 100, а я в людей попадаю на 77, 65, 55, и они еще живы? Это какой стороной, блин? Броня. Да какая нафиг броня?
А, ну да, броня на 120, что-то я туплю. Броня на 125 и жизни 100, понятно. Ах ты дурацкий! Ты-ды-ды? Почему танк? Я сострять! Не попа! Дай! Что ты такое медленное и неуклюжее, блин? Да-д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 а-
реально просто лучше стрелять из этого, из орудия. Но тогда нельзя промахиваться. Да, втроем на одного, серьезно, спаункемперы, блин, фиговые. Давайте, давайте, заезжайте. Ага. Останки! Ой! Твой, твой. Магазин, наверное, в интермиссии будет, что ли, я не знаю. Да, да, нормально, он смог в упор выстрелить, а нет, а почему? Да ну где? Да-да-да! Давай! Встретились, блин, в упор, а тут ему ничего не делает, почему? Ну вообще 3-2, вы не офигели? Это было на время, я только сейчас это заметил. Выиграли? Вау! Классно. Вот так могу. Вот так могу. Вау! Так, ты сейчас прогрызешь свой комп, я серьезно говорю. А, мы еще играли 4 на 4, серьезно? Серьезно? Окей. Как можно купить танк? Такой вопрос. У меня есть идея. Нажми на... Кнопку? Так, вот, есть Б. Магазин, да-да-да, есть магазин. Так, сейчас 0. За 7500D можно купить, или за 75 рубаксов, что, собственно, ребятки, пошли вы нафиг столько... А, у меня 2150D поинтов. У меня есть открытый танк, который я хочу надеть. Так, а как мне отсюда теперь... Ага, все, понял. Чё? Армори. Транспорт по левелу. Так, окей. Соп, их покупать еще надо? Да-да-да-да-да. Тогда секунду. Так, ребят, не поверите, пришлось перезайти. То есть сверху есть вот это Home, Armory и всякое такое. Но вот эта надпись сверху исчезла, и просто тупо пришлось перезайти. Сейчас посмотрим, где мы окажемся, в карточке, не в карточке. О, кстати, оказались в той же карточке, где в первый раз. Ты тут? Нет? Я тут. А, да, вот мы с тобой в синей команде, да. Я что-то хоть немножечко больше стал понимать. Мне кажется, наверное, где-то как-то. Вот. Я к тебе еду. Я не знаю зачем, но я еду к тебе. Ай, блин, меня гасит. Ай, меня тоже гасит. Откуда? Я не вижу, откуда меня гасит. Нет никого. Ассист! Фух! Это мне помогли, да, я думал, что я его убил, но я, наверное, мог его убить, чувак немножко подрастерялся. Да. Хотя два раза он по мне попал хорошо. Почему парень попадает в меня сквозь дерево, а я в него не могу попасть сквозь дерево? Это магическое дерево, ты не знаешь. Он что, учился в школе танковаться? Да-да-да, типа того. Он владеет магией. Так, магия чисел, нас трое. Пойдемте кого-нибудь сейчас подорвем. Я не вижу никого.
никого тут. Есть серия. Вот, вижу. О, сейчас он из-за холмика выйдет. Вздынь. Это мой набор. Бери, я не против, меня не задело. Вот, сбоку! Да лопни уже. Почему моя пушка запинается с тобой веточки? Сзади! Нюнечка, а тут friendly fire присутствует или... Ай, блин. Сзади двое. Я чуть не перевернулся. Стоп, а куда я еду? Ты у меня спрашиваешь, куда ты едешь? Да. А где я? Стой, я ехал задом наперед, круто. Я думаю, почему у меня какой-то контроль реверснулся. Так, где-то тут что-то где-то стреляет кто-то, да? Посмотрим. Я вижу сарай. О, у нас чувак вылетел. Да, похоже, только мы остались. Да, мы вдвоем против четверых, серьезно. Да ничего ставится. Так, вон танк перед тобой. Вообще мне нравится ехать. До свидания, чувак. Отбой, у меня 43 хп, фига себе. Надо где-то подлечиться. Не знаю, ребят, конечно, очень... Трудно говорить, что вот эта игра похожа там на картошку и всякое такое. Но как бы то ни было странно, не странно, но, наверное, они все-таки, да, похожи. И я так и не сказал бы, что я стал феном танковых войск после этого. О, я вижу, возле сарайчика есть один танк. Где? Двое уже, возле сарайчика. Вижу, попал. Блин, они меня сейчас убьют. Есть? Да, я в него до этого попал. Нет, я в другого попал. Этого ты сейчас убил, да. Офигеть, как меня далеко заспавнило. Я иду сейчас, погоди. Я уже убью. Так. Нет, ну на самом деле, почему 7.62 пробивает танковую броню? Танковая броня была сделана для того, чтобы я не пробивал 7.62. Это вот интересное кино. Я сначала вообще посмотрел, типа, есть орудие, есть пулемет. Думаю, а для чего тут пулемет? Неужели тут есть какие-то еще другие войска? Блин, вот он. Есть. Вот. И потом для меня стало очень большим откровением то, что тут, оказывается, с пулемета допущен урон. Ха-ха, интересно. О, вижу. Где? Сзади. Иду. Но мы их сейчас растащим. По мне сзади кто-то фигачит. Погоди. Да, все. О, вижу. Того чувака я забрал. Да каждый раз такой дальний спаун. Почему? Офигеть. Ого, тут звук еще хуже. Ай, блин. Что? Что сейчас было со стволом, с дулом, короче? На тебе. Что это за баги? Он перевернулся. Да. Привет, чувак. Да. Мне нужно хилка 30 минут, а у меня... Ты, короче, подъедь к дереву. Посмотри, как ты в слона превратишься. А? Ай, блин. Он такой хобот поднимает. Так. Где-то с этой стороны кто-то стрелял. Погоди, мне кажется. Кажется мне где-то что-то. Так, ладно. Че он там? Что это было? Че тебя так колбасит? Почему я резко улетел в воздух? У меня была картинка, потому что... Логи-баги. Так, мне написано, что тебя какой-то чувак убил. Это вообще как, законно, не? Вы чё? О, хорошо. О, я помог тебе убить. Угу.
Да. А, офигенно. Ай, блин, фига себе ты какой меткий. Я думал, я за сарай уже уехал. А оно нет, оно, короче, берет и такое стреляет. И вообще офигеть. Я сейчас приеду, чувак. Я на упреждение вообще-то стрелял. Какого фига? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О, что, сзади что ли было? Да он там за... Так, нет, это, не... это вот он из-за сарайчиков нас фигарит. Это ты в меня стреляешь? Нет! Я стреляю в парень. А, тьфу ты, блин! У нас в команде появился третий, он не понимает, что происходит, и он стреляет в меня. Ну тут friendly fire не проходит. Есть, растащили его. На самом деле с прицелом стрелять попроще. Я не знаю, почему я этим раньше не пользовался. Блин, двое стреляют сзади. Да ёпарасы ты, я того почти растащил. Вон, второй, быстренько добей его. Он вообще никакущий, у него там, не знаю, сопли какие-то остались, там полгусеницы. Так, секунду. Во. Не знаю, опять мышь зависла. Вот. Не, ну смотрите, не скажу, что без багов, и не скажу, что это, но в принципе режимчик довольно веселый. То есть любителям этого дела, я думаю, очень сильно зайдет. Вот, и люди тут, кстати, есть. Мы недолго вдвоем катались, к нам в команду подошел чувак. Мы еще и выиграли, 23-7. Я не успел взять броньку. О, 23-7. Да. Нормально. Больше всего киллов у тебя, 12 киллов. Неплохо. Нормально. Да, ребятки, в общем, вот так вот мы сегодня покатали в танчики. Надеюсь, вам понравилось. В принципе, нам в принципе понравилось, да? Не знаю, что скажешь? Да, прикольно. Да, было неплохо. Все, ребятки, на этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи в других бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. И всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.